Эту работу я назвала «Парус на закате». Одинокий парусник, море на закате. Как много можно об этом говорить? Море – это символ безграничных возможностей, огромный, бескрайний потенциал, а парусник, как призрак, плывет за уходящим солнцем. На картине мы видим, что солнце, как подсолнух, склонив свою уставшую голову, скатывается за горизонт, словно мягкую кровать. Лилово-жженое небо нависло над золотистым морем. Ветер прижимает парусник к морской глади, и он, не сопротивляясь, как будто повинуясь, движется все дальше и дальше от берега. Белый парус пропитан светом уходящего солнца. Закат – это своего рода итог дня. Заход солнца говорит о том, что день подходит к концу, и в отличие от бодрого, оптимистичного утра, закат наполнен романтикой и таинственностью. Он пробуждает человеческие мысли и слегка навеивает грусть. Все имеет свой закат, и только ночь заканчивается рассветом. Я, в свою очередь, всем вам желаю долгие лета счастливых закатов и рассветов.